Мальчик с яркой внешностью чихуа, глазки широко посажены, немножко такие на выкат, мордочка коротенькая. Получается прямой угол, как бы, где лобик и мордочка. Ушки, соответственно. Ну, сейчас он немножко боится, прижал ушки, как бы, в стороны у него. Крепкая мускулатура у него. Он такой крепыш у нас. Ну, видно, и широкие лапки у него такие крепенькие очень. Окрас очень красивый. По спинке как полосочка идет и кисточка. Он такой мускулистый. Послушный мальчик. Зазря не пищит. Не капризулька такой. Ласковый целовашка. Преобладает шоколадный пигмент. По носику это видно, что шоколадный носик. Вот он сейчас. Куча. Мой сладкий зайчик. Мамин зайчик такой. Яркий типаж чихуа. Очень перспективный малыш. Ой, сладенький мой, пупсичек мой. Не капризный в еде, не привередливый. Кушает и корм, и мяско любит, творожок любит. Морковочку грызет хорошо, перчик сладкий болгарский. Характер очень уравновешенный. Ну, послушный, любит наблюдать. Когда на кухне что-то готовит кушать, он наблюдатель такой у нас. И слушатель. С ним, когда разговариваешь, он очень внимательно слушает, что ему говорят. Особенно, когда хвалят. Вот такие мы. Лапушки мои сладенькие.